Югорский борец Артур Найфонов выиграл золото чемпионата Европы. Соревнования проходили в Варшаве. Россияне на этих соревнованиях завоевали 6 золотых, 2 серебряных медалей и заняли первое общекомандное место. В категории до 86 килограммов отличился вартовчанин. Сначала Артур Найфонов победил представителя Азербайджана, после одолел спортсмена из Сан-Марино. В полуфинале встретился с вольником из Словакии и вновь одержал победу. В бою за золото югорчанин поборол спортсмена из Грузии. Отмечу в копилке, Артура Найфонова это очередной континентальный титул. В 2018 году он стал первым на чемпионате Европы в Каспийске, а в прошлом году в Риме. Задача была поставлена на 6 минут бороться. Ну, как атаковать нужно было, а там какие баллы наберу, там не важно уже было. Главное реализовать свои возможности.